Что такое искусственный интеллект и как его разработать, скажем, на беспилотном автомобиле? Об этом ученики 4-й школы узнали из видеолекции в рамках проекта «Урок цифры». Тему продолжит Александра Литкова. Тема урока цифры – искусственный интеллект, машинное обучение. Ученикам 8 класса рассказывают о том, какие задачи может решать искусственный интеллект и как он может выглядеть в далеком будущем. А самое главное, что можно сделать уже сейчас, чтобы развиваться в этой сфере и выбрать соответствующую профессию. Уроки цифры проходят у нас уже не в первый раз. Это довольно интересный урок. Мне, в принципе, очень нравится узнавать что-то новое об... На этом уроке у нас проходил урок об искусственном интеллекте. Я считаю, что за искусственным интеллектом будущее, что многие профессии он будет заменять. Проект «Урок цифры» – это серия необычных уроков программирования и обучения цифровым навыкам, которые продолжают традиции акции «Час кода» и улучшают ее образовательный эффект за счет нескольких уроков на протяжении учебного года. Уроки нравятся детям, да, это уже давнейшая у нас акция такая, сначала были час кода, сейчас вот это урок цифры. Конечно, такие уроки важны, необходимы, потому что, во-первых, это для раннего самоориентации ребенка, для его, чтобы он мог уже в раннем возрасте построить свой образовательный маршрут. Тематические онлайн-тренажеры помогут учащимся понять, как работают цифровые технологии. Именно поэтому занятия проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп – учащихся младшей, средней и старшей школы. Искусственный интеллект, сами понимаете, что без него уже никуда, он уже проник во все практически сферы нашей жизни, поэтому рассказывают ребятам об... не только о его развитии, но и о каких-то опасностях возможных. Это стоит того, тема интересная на самом деле. Яндекс.Класс, который у нас в округе уже второй год работает, это тоже те же самые проекты, направленные на профориентацию детей. Инициаторами проекта являются Министерство просвещения России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в партнерстве с ведущими российскими цифровыми компаниями. Уроки цифры будут проводиться во всех школах округа. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».